зачем носить хиджаб? Ты иногда такие вопросы задаешь. Я, честное слово, не знаю, как тебе ответить. Чай пьешь? Да. Хорошо. Правда, зачем прятать волосы? С волосами же красивее. Красивее. Ну вот как бы тебе объяснить? Вот смотри, тебе на прошлый день рождения машинку подарили, помнишь? Угу. Она была такая большая, красивая, с пультом управления. Ты ее из коробки не вытаскивал, под кровать спрятал и очень редко доставал, чтобы поиграться. А когда соседский мальчишка пришел в гости, ты вообще его близко к этому месту не подпустил. Почему? Ну, она красивая, дорогая. Если она испортится, мне такую сразу же не купят. А он тем более все швырял. Мне же жалко. Ну вот видишь, и с волосами та же самая история. С ними красивей, да, но от посторонних их нужно прятать. А мне же можно, я же тебе давал с машинкой поиграть. Тебе можно. И всем моим близким, родным тоже можно. А вот посторонним нельзя, ведь я же дороже твоей машинки, правда? Да, конечно. Ну вот. А почему мальчики не прячут волосы и не носят длинные рукава летом? Ну, мальчики, они же сильные, а девочки слабые, и поэтому мальчикам просто не приходится прятаться за одеждой. Здорово. Еще как здорово. Пей чай.